100-150 тенге за сохранность машины – это средняя ставка на стоянках Шымкента. При этом не всегда установленная такса за парковку законна. Это признают и сами сборщики платы. Мы не заставляем людей платить нам. Они сами дают. Кто-то 50, кто-то 100, 150 – по-разному. Сколько вы платите за парковку? Сколько? Не знаю, 150, по-моему. 150, по-моему. Каждый человек получает? Нет, нет. Не секрет, что стихийные парковки становятся причиной заторов, мешают проезду общественного транспорта, на котором ездит большая половина города. Порой создают аварийные ситуации, парализуют работу спецмашин. Решение проблемы нашли в городском акимате. В Шымкенте появятся умные парковки, установят смарт-устройства пока на 20 участках. Специалистами социально-предпринимательской корпорации было проведено маркетинговое исследование. На основе его результатов и запускают интеллектуальную систему. На этих участках будут стоять инспекторы, которые, например, если приехала машина, он будет фотографировать номер, и через систему уже будет видно, сколько этот автомобиль стоит на этом месте, сколько он должен заплатить. У нас не будет паркоматов, мы прошли немного дальше, мы берем за основу белорусскую модель, которая за долгие годы оправдала себя. Это интеллектуальная система, она будет полностью работать онлайн. Реализацией проекта будет заниматься ТО «Шымкент Паркинг». СПК со своей стороны выделит земельные участки. Общая стоимость – 109 миллионов тенге. Аналогов системы в Казахстане нет. За основу была взята белорусская модель. Полностью весь доход СПК «Шымкент» от этого проекта пойдет на развитие социального предпринимательства. То есть сейчас, вы знаете, есть огромная проблема. Это проблема парковки во дворах города. Многие жители квартир, они собирают деньги, устанавливают шлагбаумы, ставят цепи, какие-то там другие преграды, чтобы другие авто не могли заезжать и ставить свою машину во дворах. И СПК «Шымкент» собирается найти решение этой проблемы. Сейчас в городе более 340 тысяч транспортных средств, из них 275 тысяч – легковые машины. Эксперт утверждает, что показатель охвата стоянками составляет менее 10%. 9 из 10 автовладельцев ежедневно сталкиваются с проблемой, куда припарковать машину.